Добрый день всем, с вами Дис, и сегодня я вам покажу, как сделать цветокоррекцию Magic Bullet Loops на примере мапы The Train. В конце моего тутора у нас получится вот такая цветокоррекция. Вот такая цветокоррекция, красивая цветокоррекция. Под мои небеса вообще класс. Итак, приступим. Заходим в Sony Vegas. Создаем новый проект. Так, вот, создали новый проект. Блин, забил настройки. Сейчас создаем новый проект. Берем скрины или видео. Что у вас? Так. Вот, мы взяли скрины. Я свои скрины ускорю в 4 раза. Так, вот. Так. Вот, примерно. Ну вот, возьмем на этом вот моменте. Сделаем цветокоррекцию. Заходим в Magic Bullet Loops. Так, вот я захожу в Magic Bullet Loops, у меня подлагивает. Ну, зайдет сейчас. У меня выбыла ошибку. Сейчас попробую еще раз. Так, вот, у меня взяли скрины. Теперь. Кидаем инструменты. Кидаем все, что нам надо. Так. Так. Subject кидаем. Контраст. Color контраст. Все. Переходим на Mate. В Mate кидаем... Diffusion. Еще раз Diffusion. И еще раз Diffusion. Так. Lens кидаем. Lens мы кидаем вот это. Вот. Так, переходим на камеры. Камеры кидаем. Neck Bleach. И в пост кидаем... Color Contrast. И Telecina Net. Вот она. Так, все, вот мы кинули. Начнем с Subject Contrast. Итак, контраст здесь. 0,540. Здесь 0,134. Здесь ничего. Переходим на Color Contrast. Здесь 0,190. Export Compensations 0,70. Так, цвета. 1,180. Здесь 1,028. Здесь 0,792. Переходим на Diffusion в Mate. Так, size 49,90. Grade 0,98. Glow 50. Вот это все оставляем. Переходим на Height Blast. Будет у нас минус. 0,126. Экспо у нас 0 плюс 0,40. 0,40 просто пишем. Так, цвета. 0,648. Здесь 0,728.
И здесь оставляем. Переходим на второй диффьюжн. Здесь 50%. Грейд 1.33. Здесь к нулю. Так. Здесь 10%. Highlight. Здесь минус 1.500. Здесь ничего не пишем. Здесь тоже все оставляем. Переходим на Diffusion. Третий. Здесь 30. Здесь 1.25. Glow 25%. Highlight only 0. А вот здесь минус 1. Здесь оставляем. Цвета 0.549. Это оставляем. И blue. Нет, blue мы оставляем. А здесь пишем glow 0.706. Так, переходим на lens VichNet. Так. Так. Здесь оставляем аспект 0.642. Нет. Нет. Аспект 1 оставляем, а сприт 0.642. Здесь 0.500, здесь 75, здесь 0.0. Цвета оставляем. Проходим на Neck Bleach. В Neck Bleach, это камера, в камере Neck Bleach, 50% минус 1. Так, Color Contrast. В пост Color Contrast пришли мы. Здесь 0.621. Здесь ничего. R1.089. Globe 1.013. И Blue 0.898. Так, все, переходим на Telecine.net. Здесь пишем 55%. Здесь 63%. И здесь оставляю. В принципе, да, все. Finish нажимаем. И вот у нас получилась цветокоррекция, которую я вам показывал на скрине. Всем спасибо. С вами был Диз. Удачи!